Всем привет, мы находимся в кальянной Луна Лаунж. Недавно Darkseid прислал нам вот такой вот бокс. Давайте смотреть, что внутри. Давайте посмотрим, что же внутри. Это брошюра с описанием вкуса. Вкус кровавая Мэри. Давайте почитаем описание. Раз, два, наша Мэри ждет тебя. 3-4. Бокс уже в твоей квартире. 5-6. Быстрее успей письмо прочесть. 7-8. Зловеще будет эта осень. Так, здесь еще есть что-то похожее на дымовую шашку. Здесь, кстати, есть фитилек. Шутка, это всего лишь дымовая шашка, но зажигать мы ее здесь, конечно же, не будем. А вот это скотч. Что вот с этим скотчем мне делать? Что? Ну, что? Что? Да не ладно, я придумал. Он очень полезный. И, конечно же, тот самый вкус. 30-граммовочки. Сейчас будем его пробовать. Теперь подробнее о вкусе. Вкус кровавой Мэри. Томат ярко выражен однозначно. Алкогольные нотки тут не присутствуют. То есть, если вы не любите алкогольную нотку, ее тут нету. При желании также ее можно добавить, и все будет отлично. Будет прям классический алкогольный коктейль. И в заключение, вкус однозначно интересный. Как только он поступит в продажу, вы сможете у нас его попробовать, с ним будет интересно поработать. Всем пока.